Поехали. Бум-бум-бум-бум. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, братцы. Дождались? Да, вот 2 недели прошло, пролетело как 1 минута. Почему? Потому что, ну, если ничего не делать, сидеть просто дома и смотреть телевизор, который там смотреть нехера, то это все долго. У нас, конечно, 2 недели пролетело, будь здоров. Танечка занималась. Да, Танечка занималась, ну, кроме кальванца, Танечка занималась еще, вот скоро выложим про... Значит, про 5-минутку про варенье. Я занимался обкладкой, значит, мангальной зоны и крыльца. Все это мы, слава тебе, Господи, сделали. Вот и время подошло как раз рассказать самую основную часть, так сказать, нашего, вообще всей затеянной этой истории с имитацией кальвадоса. Почему делаю... Имитация. Да, сейчас. А то уже очень много-много. Много. И почему я делаю, значит, акцент, что имитация кальвадоса. Ну, вообще, правда, кто-то написал, что это, яблочный винный напиток. Как его ни назови, братцы, но вот приходил Шурин, с первой закваски у нас уже было готово, и мы с Шурином как-то выпили, значит, бутылочку 0,7, и он сказал, заебательская штука, я тебе скажу, Владимир Александрович. Она такая для беседы, братцы. Правда, наверное, как раз и не 40 градусов, градуса 30. Разговорная. Да, вот Танечка название. Значит, низкий поклон и свои извинения на коленках, на пузе, на чем хочешь, перед виноделами, перед винокурами. А мы и не... Да, мы не претендуем на ваши лавры, что мы, значит, великие виноделы. Просто этот значит... Мы нашли простой способ, как израсходовать большое количество яблок. А у нас их очень много. Достаточно, да. Большое количество, все. Да. Давайте начнем. Давайте начнем, братцы, потому что мы снимаем одним дублем, мы начинаем считать Татьяна Федоровна блогеры. Димка сейчас учится, ему маленький некогда, то девки, то пиво, это, да. Отдельно. Так, вот смотрите, что у нас получилось. Да, получилось. А, кто-то спрашивал, перемешивать, не перемешивать. Ничего не перемешивать. Вот как при вас 2 недели назад залили, вот нас стояло в темном месте, так сказать. При комнатной температуре. При комнатной температуре. Все, процесс пошел, братцы. Это просто рекомендация тем, кто хочет, значит, попробовать сделать приятный, обалденный напиток. Мужчины, сделайте своим дамам. Дам, да, для беседы. И дамы сразу вам дадут. Дам. Ну, не дам или не дам. Это ж как у вас получится. Да, как получится. У меня получилось хорошо, а они угомонили. Да. Да. И... Все, открываем. Так, вот смотрите, что у нас получилось. Вот такого цвета. Танечка, давай я сейчас... Братцы, у нас один дубль, я сейчас просто... Давай, чуть-чуть Танечка. Поближе, да. Нет, давай, Владимир Александрович возьмет. Ты давай переворачивай это дело, я чтобы ее не снимать. Да, вот смотрите, это у нас стало такого цвета, темное. Запах водка не пахнет вообще, абсолютно. Пахнет яблоком и ванилью. Все, Владимир Александрович, значит, он, Владимир Александрович у нас будет заниматься сейчас яблоками, он мне будет помогать. Да, да. Да. Сейчас я буду готовить сироп. Это настойка, поэтому нам нужен теперь сок и сироп. Я варю сироп. На вкус-то. Да. Ну как? Есть невозможно. Что, полный говно, конечно. Очень горько. Ты куда не кинут? Да. Все. Ну то ли она вот из вот яблоки из водки берут самые хуй. Плохое. Да. Ну вот ненужные вещества. Ничего. Владимир Александрович, вы занимаетесь. Да, но есть не можно. Короче, Татьяна Федоровна там доверила мне, так сказать, самое трудное. Это смотреть, как течет жидкость. Да? То есть, представь, перед ним 4 литра. 2 литра. У нас 2 литра было. Ой, Танечка. 4 килограмма 2 литра, братцы. Вы слушаете меня и русское радио. Да. Так, у нас там 2 литра водки. Танечка, что нам ничего не течет? Течет. А это у меня потряхивает? Да, потряхивает. Так, все. У меня, значит, все, песочек я припасла. Надавливать нельзя? Ну, надави. Блядь, мне просто жалко. Так ты сейчас сломаешь мне это, пожалуй. Не, ну тут что-то 3 капли. Ну, оно останется там потом сверху. Братцы, ну это можно перед сном переживать. Еще раз переживать, пересчитать. Так, значит, на литр водки 2 килограмма яблок, 200 грамм сахара для сиропа и 150 миллилитров воды. У меня, значит, 2 литра водки, поэтому 400 миллилитров воды и 300 миллилитров воды, 400 грамм сахара. Правильно я теперь сказала? Правильно. Где 300? Перевела. Все. Ну, 300. Так, все. Я варю сиропчик. А Владимир Александрович занимается яблоками. Что-то он помалкивает. Видимо, так увлекся.
Вова! Ты такой? Танечка, я пробую сырцом. Давай это. Ну, я первый раз в процессе. Бляха, чем ниже браться к дну, тем что-то она коричневее какая-то штука-то. Бля, Танечка, да это мы ничего. Держи. Так это мы ничего не нацедим. Ну как не нацедим? Да все равно сок-то там вышел. Я тебе буду помогать. Ладно, давай вари, Танечка, вари. Так у меня еще это. Видишь, капает. Брат, ну пока, в общем, выход никакой. Выход пока никакой. Может, сок на дне кое-что будет. Ну вот на дне. Танечка, с медок. Сок на дне. А ты как думал? Ты думаешь, так легко и просто с детской водой? Я думаю, сейчас будет 4 литра. Ага, из 2 литров банки 4. Не, ну сок туда. Не, ну, блядь, мы столько яблок перевели, чтобы... Блядь, ну как-то это жалко. Ну, братцы, пока процесс вот так идет. По капле, там, как в анекдоте, да? Ну, ты можешь не через сито, тогда все уйдет. Много уйдет туда-то, что экономно. Много туда нельзя. Экономно. Ну и сколько времени варить эту штуку? Да это недолго. Это сейчас это закипит, 3 минутки варим и готово. Так, может, сырцом просто все-таки выпьем. Вова, не увлекайся, давай. Но вкус не такой, какой. А ты кого еще не сделал? Да, без сиропа. Ну, братцы, здесь вкус, знаете какой? Вкус как раз водки с яблоками. Ну, с кислинкой такой. Я даже как передать-то. Ну, вообще невкусно. Не, вот то, что мы с Федоровичем... Потому что он уже попробовал готовый вкус. Я попробовал хорошие, братцы. Еще раз говорю, виноделов, винокуров. Вообще, кто-то понимает, что такое дистиллят, блядь, кто-то, как там, сидры, пидры. Я, ну, это вот все... Ну, Танечка, ну, я имею в виду название, я же... У нас имитация, нас, это, кальвадос. Блядь, братцы, ну, вкуснящие, ну, пока еще нихера не вкусно, Танечка. Настолько, ну, это кого, любое, это надо приготовить. А вина-то сколько времени в бочке держит? Ну, брагу, Танечка, вот куда... Я помню... А как ее выпивают? Быстро, Танечка. Я вам расскажу, братцы, такой случай... Смотрите, стойкость какая, стояла все время здесь, но... Нет, Танечка, Владимир Александрович не посягнул. Нет, ради эксперимента, так сказать... Да, мы как-то были в совхозе 17-го партсъезда, Владимирская область, Юрьев-Польский район, и у нас был Славка Яковенко, сейчас он в Собинском районе, по-моему, живет там, да, и он поставил, значит, а он, так сказать, украинец по национальности, ну, я уж извиняюсь перед украинцами, но и кликуха была Славка Хохол. Сам он, значит, родом с города Ноябрьска, и вот он, значит, научил, где он научился, не знаю, но, в общем, видимо, корни бабушки, дедушки, корни украинские. Он говорит, все будет хорошо. А кто помнит, 90-е годы были, мы в стройотряде были эти талоны. И вот он нас научил, значит, на пшенице делать это, брагу. Братцы. Я не знаю, наверное, дня за 4, за 5 мы же в субботу. Очень крепко, кстати, самогонка на пшенице. Такая штука. Мы ее поставили на чердак, жарище было в июле месяце, помнится. Мы поставили целое ведро. Короче, там весь процесс прорастили, в общем, зерна. Опять я говорю, не хуй за 10 лет, это был не 10 лет, но, в общем, за 5 дней и так она угулялась, блядь. Короче, вот мы ведро 10 не литров, крикайся. Ну там из которых, наверное, вот 2 или 3 килограмма, наверное, вот этой, как ее, ну, песочек маленький там кинули. Вот. Короче, на 8 мы выкушали, ну, наверное, как раз по литру. Блядь, танцы у нас такие были, а столько было девок красивых на танцах. Больше, ну, после такого количества выпитого, да, ну, в воскресенье, естественно, некрасивых не может. Да, девок уже меньше было. Таня, так а можешь не вот так делать? Вот раз, так почерпнуть, так быстрее. Да, вряд ли быстрее, сломаешь у нее ситечко. Да, все. Обновка будет. Так что, братцы, вот на пшенице мы ставили. Раз, конечно, мы поставили, в поселке Хвойном мы были, поставили на томатной пасте. Как этот фляг нас пиздануло, блядь. Ну, пизданула-то она не сильно. Сколько, значит, как... Танечка, там уже ничего не осталось, что мы будем пить перед собой? Это вот ты себя так делаешь? Ты вот держи, а как же? Ну погоди, стекает же, видишь, стекает. Ты подержи маленько. Да тебе пельмени держи. Не, братцы, ну как-то неактивно капает-то. Может, вот так все-таки, Танечка? Ну так все-таки быстрее. Ну так осталось немного тебе. Уже меньше, да. Ну давай, я короче, братцы, да, и вот мы томатную пасту, она у нас маленько до того загуляла. У нас был Валерка, как же Валерка фамилия-то был? Ну фикс, не сильно важно. Что ли наш? Да, Валерка, ну фикс, он, значит, и он сказал, хули ее ждать, блядь, пока не взорвалось, надо пить, блядь. И вот мы на томатной пасте-то, я, конечно, не стал, я все-таки командиром стройотряда был, не стал экспериментировать. То есть вообще войско осталось бы без командира. Ну, в общем, 5 или 6 смелых, короче, эту флягу они доебнули.
Но у нас хорошо была подшивка газеты «Труд», блядь. И за ночь практически вся подшивка, братцы, ушла в лес, блядь. Но зато у нас был, конечно, туалет, типа МЖО, типа очко, да. Но до туалета практически никто из пьющих брагу из, значит, томатной пасты не добегает. Так, переливай сюда. Я думаю, уверен, что, Танечка, мы не побежим. Не побежим. У нас хотя бы на первом этаже тоже есть туалет специальный. Не, ну ты провод уже снял. Как ты можешь так говорить? Танечка, я тебе говорю, давайте еще. На всю страну куда-то ты побежишь. Никуда не побежишь. Ты поднимай давай, Танечка, чтобы осадка не было. Так осадок это естественно, тут осадок. Все. Все, пусти, Танечка. Ой, пардон. Давай, убирай. Так, ну, короче, братцы, вот осталось все. Ровно столько, сколько положили. Да сколько? А ты думаешь, поаплодиться сюда? Ручные микробы. Все, убираем маму. Короче, братцы, вот. Весь, значит, все яблоки мы, значит, вычерпали. Танечка, видишь, отлила. Ну, как раз, в принципе, тут как раз 2 литра ты есть, Танечка. Конечно, кастрюлька. Ну, братцы, пока еще не сильно вкусно. Вот Танечка готовит... Сироп. Вот у нас закипел. С момента закипания варим 3 минутки. Танечка, сейчас я уберу. Убирай. Блядь, нанюхаю сейчас. Варится он 3 минутки. Сварили. И даем остудиться ему немножечко. Ну, чтобы... Давайте температура-то поближе. Была не огонь, не кипяток, потому что все-таки у нас здесь алкоголь. Пыхнет, думаешь? Да ну, пыхнет, не пыхнет, но градус не надо терять. Да. Кипятком-то. А, ты что, мне разбавлять? Да, да. Ну, ты, я понял. Ну, братцы, так это что, просто вода, сахар и все? Да, это варится сироп, 3 минутки. Вот я его варю, помешивая. 3 минутки. Все. Сейчас он сварится. То есть весь процесс, братцы, 2 недели стояло, профильтровали все это дело, значит, процедили. Фильтровать вы сюда. Будете позже. Ну, пока водка не пахнет. Не, пахнет. Пахнет яблоками, Танечка. Яблоками пахнет. Яблоками, терпкими такими. Секунду. Да. Вот у нас сзади бутылки большие, я специально взяла. Горошки большие. Специально большие, чтобы долго не наливать. Ну, нет, почему? Я сначала переливаю вот в такие большие бутылки. Подожди. Вот. Они, конечно, все закрываются, все заворачивается, все будет хорошо. А потом они у вас постоят, он все равно же это, настойка-то месяц хотя бы должна постоять-то. Она даст свой естественный остаток. Естественно, брат, это я подтверждаю. Да, Шурин подтверждает, но. Вот. И потом уже разливайте по красивым бутылочкам. Так а мешать ты вот здесь сейчас будешь? Ну да, соединю-то здесь. А когда вы будете по бутылочкам разливать, вы вот сюда, если там для женщин продают ватные диски, или ватка, вот сюда. Или положу. Гигиенические прокладки, что интересно? Гигиенически не получится. Там а, помогут. Не пропускай. Да. Не слушайте, я полностью. Да, гигиенические прокладки. Будешь потом высасывать. Ну, тебе сказал. Гигиенические прокладки не пойдут, брат. Там эти кружки для вытирания чего-нибудь. Диски это, а, не диски. Просто вата. Вот ты сказал, что. А я думаю. Все, мне. Это мы из 15. Это главный экзамен придумал. Брат, еще хорошая новость. Так, значит, все-таки производителю привезли нужные, значит, качество материал. Ткань. Да, на этой неделе начинается пошив футболок, потому что людей, ой, даже за границей пишут, дядя его пришли, а все раздал. Вон, видите, я даже в старого образца футболки Татьяна Федоровна где-то нашла, он в стирке варился с прошлого года. А, в стирке с прошлого года. Я не стиратель, это, да, конечно. Вот. Так что, старого образца, некоторые пишут, пришли такую. Ну, братцы, мы уже такую не делаем, потому что, значит, у нас уже новый, как он называется-то. Видать, пароль такой. Нет, новый, ну, вид футболки. Вот. Поэтому сейчас делаем, значит, с другой надписью. И можно уже присылать заказы, ради бога. Вот, потому что пишут много, а я всем отказывал. Почему? Потому что, ну, кончились. Вот просто кончились. Ведь как-то футболки берут, и кто не берут, не берут. Потом как начнут брать. Да, я разбираю. Да, производитель материал не знает, что, значит, все это дело идет. Так что, братцы, можно присылать заказы. Размеры любые, с 46 по 62. Но чехлы для танков очень медленно разбирают. Так, продолжаем, Танечка. Рассказывай, мне надо, чтобы оно остыло, я вот сейчас буду помешивать. Так ты выключил газ? Конечно, 3 минуты прошло, сиропчик у нас сварился, все прекрасно. А как ты понимаешь, что он сварился? 3 минуты. Все, браться туда надо купить обязательно часы, или в телефон посмотреть, по крайней мере.
это не прокладки. Это не ноу-хау. Блядь, что-то я не подумал, да что это. Ну там же написано, бело не девать, туда-сюда. Так, в общем, все. Сейчас мы это все соединим. Вы для того, чтобы оно у вас настоялось, наливаете в любой, хоть в банку трехлитровую, я наливаю бутылочки, место меньше занимает. Они постоят еще месяцок, а потом разливаем по красивым бутылочкам. Ну, давай, может, я принесу готовый продукт, покажу. Просто. Ну, принеси. А где он, внизу? Внизу. Да? А может, я скажу, а ты пока помешаешь и расскажешь чего-нибудь. Ты, да. Ты не найдешь. Да. Татьяна Федоровна, не то, что от меня прячет, но там же написано, что... Я определенный температур. Да, определенный температур. А у нас в кладовке всегда круглый год 10 градусов. Почему? Многие удивляются, почему как, ну, максимум, если самая жара 12 градусов, а потому что у меня, значит, бетонный пол на первом этаже, у меня технический этаж, сверху плитка, и, ну, летом, вот, если честно, у меня на первом этаже, значит, всегда 18 градусов плюс, всегда, вот, хоть на улице будет 35, у меня 18 и зимой 18. Ну, я не знаю, я не специально так делал дома, но получилось, что 18 градусов у меня первый этаж, 20 градусов второй этаж, и, значит, гостевой третий, значит, мансардный этаж, у меня всегда там 22. Вот, Татьяна Федоровна, я мешаю. Вот, это мои запасы, смотри, какая красота получилась. Это уже, в принципе, братцы, уже ждет своего потребителя, так сказать, я, это уже обещанный, вот эта бутылка красивая. Да. На мешаю, я сейчас, Танечка, прям это... Да, только, а там фирмы-то нет вот так, да? То есть фирму мы твердим, брат, чтобы никакой как не было рекламы. Блядь, как это реклама. Это, братцы, просто приезжали подписчики, и они привезли, естественно, содержимое бутылок немного было другое, коньячьего, так сказать, типа. Так, ну-ка, Танечка, сейчас я... Вот, братцы. Возьми крупный план. А вот я и хочу. Ну, я просто для чего пока? На прозрачность, братцы. Вот это уже получилось в том... процеженная, то есть без осадка. В этих бутылочках месяц, в течение месяца она стоит, она еще дает осадок, а здесь, видите, я процедила, уже нет никакого осадка. И здесь, конечно... Да, я понял. Мне самое главное не пить, а нюхать. Тут уж, братцы, другой коленкор совсем. Ну, тут... Ну, весь... Я тебе ради этого разрешу. Сейчас я подальше сделаю, чтобы народ видел, как это вообще весь процесс идет. Хорошо, так, пойди. Балую я его, заметьте, балую. Нет, Танечка, а кто балует-то? Вот кто а мне кто еще балует? Да. Так, давай. Это уже подарить. Это не браться. Трогай, да. Да, это уже все. Хозяин ждет, просто надо доехать и подарить. Ой, бля. Ну, а звук-то какой? Звук, что это? Звук-то. Так что, братцы, вот прозрачность обалденная. Ну, естественно, как Танечка сказала, внизу. Ой, так сказать, отстоя, это как раньше, помните, поговорка была? Требуйте отстоя. Это когда пиво наливаешь. Да. Ну вот здесь есть, кстати, надо будет мне перепроцедить. Это подарочное, да уж. Ну, Танечка, все равно там же написано. Естественный осадок есть. Дальше, а так прозрачность обалденная, братцы, просто обалденная, ну-ка. Как Шурин сказал... Нектарин. Очень вкусно. Нектариночка. Да. Спасибо тебе. Это на Новый год, Танечка, мне припасла. Тебе? Вот. Поэтому, братцы, вкус обалденный. Никакой рекламы. То есть, ну, мы бутылки, скажем так, рекламируем. Картина. Да. Слушайте, это мы ради вас только я тороплюсь, вот остужаю. Так понимаете, что в процессе оставили, оно у вас остыло и... соединили, а так, видите, нам приходится остужать. Вообще, да, опять же, виноделы пусть нас простят, братцы, и не пишите всякое говно, мы ничего не знаем, ничего не ведаем. Братцы, все мы знаем, все мы ведаем. У меня есть два обалденных друга, один рязанский, другой Везняковский. Везняковский Андрей, он вам про самогонку, про пиво домашнее, что вам расскажет, что вы ищете? Одинку у нас Мальков. В этом живет. Это вообще пиздец. По крови. Он да. Такое вино вкусное делает. Да. Из любого... Рязанский Игорь приезжает в гости. Он тебе как насчет про дистилляты, про хуй... Ой, бля. Вот их свести, и они, мне кажется, любому виноделу за пояс заткнут. Но мы-то как раз... А этот Вовка в Николаеве губернатор живет. Он сам коньяк делает, представляете? Ну, Танечка, они-то думают, что они одни специалисты пишут. Какой тут нахуй кальвадос? Никто не говорит, что кальвадос. Это просто...
Имитация. Да, ну это мы так назвали. Так, в принципе, яблочная настойка просто обалденная. Ну, Танечка, не надо обманывать там, не надо обманывать зрителей, чтобы в зале карваться. Братцы, ну мы даже извиняться не будем. Не знаю. Даже вот спорить не буду. Вот я с интернета. Ну, да. Особенности приготовления кальвадос своими руками. Написано. Танечка. Даже крупным текстом. Имитация кальвадоса. Яблочная настойка. Да. Я ничего не знаю. Ну вы же не упомянули в названии, Таня. Вы обидели зрителей. Хорошо, я сейчас буду выкладывать. Ну там есть ранимые. Я сейчас подпишу. Имитация кальвадоса. Ну пошли нахуй. Ну я не люблю. Ну, мы же ничего плохого никому не желали. Нет. Ну просто. Так, все, товарищи. Вот весь процесс. Сейчас мы соединяем сироп с нашим соком. Все. Процесс приготовления имитации кальвадоса в скобочках яблочной настойка. Да. Обалденный процесс. Ну, опять же, вспомним, что обязательно твердые сорта яблок. Да, обязательно твердые сорта. Потому что мягкие сорта, они сами мягкие алкоголь пьют. Теперь держи ворочку. Держи ворочку. Вот, проливать нельзя, Таня. Ни грамма. Что ты? Это такой напиток. Ой, бля. Тихо. Он руку мне не говорит. Я молчу очень, как рыбаточка. Ну, вот молчи. У меня вообще, природа молчания. Оп, оп, меньше пены. Требуйте отстоя пены после розлива пива. Так. И такая была. Подождите. Сюда. Может, крышечку наденем, Танечка? Ладно, сейчас наденем. И все. Вот весь процесс. Ваши братцы, на Новый год, если вот на стол поставите, никто вам не скажет, что это не кальвадос. Что это фигня. Да, а если кто скажет, что это не кальвадос, скажете, ну, пейте туда водку магазинную. Да. Просто водку. Никаких вам яблочных настоев. Все. И вот стоит, Танечка, да? Да. И просто я убираю в кладовку, в прохладное место. Да, у нас вот как любое вино. 10-12 градусов у нас в кладовке продуктовой. Все. И у нас отстаивается, там темно, мышей нету, тоже полкафельные стены, значит, шукатурины. Мышей точно нет. Да, мышей тоже нет. То есть в бутылке никто не нассал. Ну все, Танечка, да? Да. Так, погоди, сейчас я посмотрю, как все выглядит. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Как все это выглядит? Все выглядит замечательно. Нет, до свидания, там надо говорить будет, да. Обязательно. Да? Да. Так что вот, это вот то, что у нас получилось. Получилось здоровско. Опять же, все должно настояться. Все это настаивается, получается вот такая красота. Так что, братцы, если кого-то мы обидели, значит, своими выпусками, просим прощения, но вообще это все просто для нормальных людей, которые хотят сделать какую-то фишечку у себя на столе, потому что магазины есть магазины. Да, то есть все но такой магазин точно не купите. Точно не купите, братцы. 100%. Вот у меня Шурин занимается, у нее яблоки и сливы, чего только нет, мы тоже вот собираем чего. Кстати, мы скоро сделаем сливянку. Да. У нас с какого числа это подойдет? 23 числа. Так что, если кому интересно, братцы, напишите, мы снимем, покажем. Мы снимем, покажем. Да, и потом так что, братцы, всех на праздник, если поставите на стол, дамам очень понравится. Мужчинам, женщинам на заметку. Владимир Александрович гарантирует. Железно. Зуб даешь? Не, мне это не дашь. Их мало просто. Зуб не дам, потому что осталось последних 6. Вот. Поэтому, братцы, если на стол поставите, никто не обидится. Это будет изюминкой вашего стола, любого. Причем, если будут пить только мужики, женщины будут... Будьте уверены, что они никуда не пойдут, потому что им просто вкусно и очень понравится. Она расходится по телу медленнее, чем водка, в разы причем. Но в ноги бьет, имейте. Да и в голову, Таня. Вот Федорович, как у нас мне стал тоже. Язычок-то у него после, значит, 0,7-то как-то плавно переходит. Вот такие, да. В оборот-то плавные. Так что, братцы, это, значит, был рецепт от мамы Тани. Это Владимир Александрович. Ну, я поскольку-то, пробник, на мне пробы. Дегустатор. Дегустатор, да, братцы. Так что это, значит, имитация кальвадоса, ну, проще сказать, яблочная настойка, обалденная. Вот, если сделаете все по рецепту мамы Тани, ну, главное не бултыхать, и все получится очень здорово, и праздники у вас получатся вот такие. С вами был Дядя Вова Виноградов. И мама Тани. Виноградова. Дай поцелуй. Все, всем пока. Спасибо, братцы, за внимание. Сейчас все улучшится. Ждите сливянку. Да. Пум-блум, пум-пум. Все, Танечка, помаши, скажи, до свидания. До свидания.